Тем временем строящийся в Оренбурге Центр восточных единоборств меняет подрядчика. Работы по установке деревянных конструкций выполнит профильная организация из Екатеринбурга. Компания и партнеры «Руссоль» объяснили это необходимостью разделить направление работы между узкими специалистами. Отметим, из-за смены подрядчика на стройке произошла небольшая двухнедельная задержка. При этом теперь скорость пообещали нагнать. Кроме того, во время очередной проверки огромное внимание ревизоры уделили вопросам обеспечения пожарной безопасности. Несмотря на то, что здание будет отделано деревянным брусом, строители заверили, что все необходимые требования соблюдены. Материал обработан специальным огнеупорным покрытием. В здании от А до Я проработана система пожарной безопасности и эвакуации. Напомним, что строительство нового спортивного объекта в Оренбурге началось в ноябре прошлого года. Возвести центр обещают максимально качественные в сжатые сроки. В муниципальную собственность помещение планируют перевести уже осенью.